Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов проверил ход капитального ремонта в домах Барвихи. Там подрядчик ремонтирует крышу на трех многоэтажках – номер 18, 23 и 24. К настоящему моменту работы по всем трем объектам выполнены на 85%. Плоские части кровель уже отремонтированы, в доме номер 18 подрядная организация монтирует систему наружного водостока.